Всем привет, вы на канале Тыковка Твоя, и сегодня я снимаю видео, такое как, ну, скажем, продолжение, которое будет называться «Где я?» или «Переезд. Часть 2». И я вам обещала в этой части показать, как я обустроила свой дом. Ну что ж, смотрите. Дом мы обустроили неплохо, мы использовали все вещи, которые нам привезли для этого большого дома. Смотрите, значит, на первом этаже у нас... Привет! Сестренка. Я лучше к маме полечу. Точнее, к себе. Ой. Ну, Флори. Так, нам привезли вот такие табуреточки красивые. Ну, я не знаю, зачем они нам, но... На них можно положить вещи. Такие, это вообще столики, вот, извините. Просто на табуретки похоже. Это такая штучка, чтобы вешать одежду, которая только постиралась. Здесь мы моем посуду. Это у нас здесь моя одежда находится. Это мои коты, это там их игрушки. Здесь у нас, так скажем, библиотека такая. Здесь такие свитки тоже на таком столе. Это свечки, чтобы освещение было. А это книжка на подставке. И вот где я расположил самой попугай. Вот так вот выглядит наш первый этаж издалека. Кстати, мы припарковали нашу машину. Вот она за домом стоит. В принципе, у нас очень хорошо. Мне, конечно, это далось сложно, но мне хорошо жить в моем нашем новом доме. Теперь мы отправимся с вами на... Ой, извините. На второй этаж. Но с помощью нашей лесенки. Идемте. А вот и мама! Привет, доча. Привет, мам, привет. Ой, иди к себе в комнату. Да, иду. Так, как у нас выглядит второй этаж? Вот это моя шикарная комната. Хотела сказать кофта. Так, вот это мой туалетный столик. Тут у меня, значит, находятся мои всякие вещи, там книжки. Сейчас мой чемоданчик вон там вот виднеется, моя розовая расческа, моя пони. Моя вторая пони вот здесь стоит. Такой вот мой комодик, там раздвигается все, там мой ноутбук, там всякие духи, все такое прочее там. Это моя фотография мамы и папы. Это там лежит мой бантик голубой. Ну, вот так вот выглядит моя комнатка. Ну, как бы сплю я не тут. Мы спим все на третьем этаже. Это моя мама сидит на трону, на троне. Доченька, ты сначала научись правильно говорить. Я сижу на... Мама, а ты она знаешь? Конечно, я сижу на троне. Ой, мама. Так, переходим дальше. У нас, кстати, как вы заметили, такие светильнички, они нам помогают освещение там делать. Ну, вообще это... Должно быть везде, но меня освещает вот эта вот люстра в мою комнату. Вот она, кстати, у нас вот так вот висит. Ее можно снять. Нам ее тоже привезли. Сейчас. Тут такая вот штучка есть. Можно зацепить. Кстати, обратите внимание на красивые желтые штучки в нашем замке. Это такие как штучки, чтобы мы не упали. Еще вот такие вот всякие, как шторки. Вот с этой стороны покажу. Вот шторки. Тут такие розовые шторки. А еще у нас вот здесь, вот с этой стороны, где мама сидит, вот такие прозрачные окошки. Моя рука, всем видно? Ну, вы поняли. И давайте с этой стороны, вот моя тоже рука. Так. Еще, ну, давайте вам покажу луну, чтобы вы уже точно знали, где моя луна находится. То вам, наверное, интересно, где она. Вот она. Так. Это наша еда. Тут вот это наши Флори Харт. Вот она, бутылочка. Кексики всякие, тортики. Вот. Они на полочке, там всякие чашечки. Там, ой, еда, там вода. Ну, вы поняли, да? И еще у нас поддерживают такие столбики наш замок, чтобы наш замок... Тихо.
тихо. Ну, чтобы он не упал вот так вот, чтобы не было такого шума, и замок бы бам-бам-бам не повалился. Такие красивые, мне очень эти столбики нравятся, но минус в том, что из-за этого столбика у меня стало меньше места в комнате. Ну, ничего страшного. Зато у меня комната на втором этаже, хотя она мне и была в том замке на втором этаже. Ну, ничего страшного. Мамочка, позволь мне на лифте подняться. Доченька, может, ты под ним поднимешься? Я же принцесса, должна сидеть... Ой, тьфу, ты королева уже. Ой, все, привыкла себя принцессой называть. Вы, ну, вот есть... сейчас я вам расскажу интересную лекцию. Есть принцесса начинающая, как раньше, а есть принцесса высшая. Это как я. Я стала королевой. Ну, я стала королевой. Мама, хватит! Нам всем интересно знать, как ты стала королевой и почему ты королева. Ой, ладно, давай только быстро. Я пока что перекушу нём-нём-нём тортиком. А-а-а. Ты не будешь есть торт? В смысле? Ну тогда я съем. А-а. Ого, жалко. Ой, сейчас встанем. Ждите. Я сейчас еду на лифте. У меня просто проблема у этого лифта, что я могу башкой головой удариться, точнее. Так, я приехала нормально. Аллилуйя. Я не ударилась. А то у меня такое бывало, что я ударялась. Так. Ща. Значит, смотрим на наш этаж. Вот наша Флёри Харт. Как я говорила, здесь мы спим. Мама спит здесь. У нее такой, как раскладной тут диван. Это и платье. Там наши всякие сокровища такие. Это моя кроватка. Сейчас вам покажу. Вот я вот так вот беру. Так вот ложусь. Ой. У меня такой кроватки вообще не было, поэтому я так рада, что у меня есть кровать, потому что у меня вообще кровати... Ой, извините, не было. Камера что-то трясется. Ой. Так. И она вот такая хорошенькая, то есть мне так удобно лежать на ней. И мягкое главное. Это самое прямо главное у меня. Потом, вот так вот выглядит трон, вот так вот сверху выглядит вообще весь замок. Сверху, вниз, ой, вверх, снизу вверх. Вот моя сестренка, у нее тоже, кстати, хорошо расположена кроватка, то есть она не упадет. Здесь наши расчески, вот расческа, которую нам подарили, а это мамина с сердечками. Я вам сейчас расскажу, как мама спит. Ну, вы знаете, что мама, она говорила, мне надо все время проводить на трону. Мама вот таким вот образом у нас спит. Хорошо, что она это не слышит. Чего я не слышу? А, мама! Значит, я все слышала. Да-да-да-да-да, конечно, ты ничего не слышала. Да, ну да, я так вот сплю, так вот ложусь и... А мне вообще удобней. Я вот так. На своей кроватке, которую я сама заказывала себе. Я выбирала ее. Так, ну мы что? Я что, спать что ли легла? Поэтому давайте сейчас спускаемся вниз. Я вам все еще расскажу, что у нас странного произошло. Что мне показалось, кстати, не очень хорошим. Потому что... мне это не понравилось, доченька, не очень хорошим, господи. Ну что ты все расписываешь прям? Мама, я просто делюсь своими эмоциями. Ой, эмоциональная ты наша девочка. Ой, сейчас есть возможность, что люстра упадет. Ой, не упал, ха-ха. Я владела домом, ой. Ну, такой у нас дом, доченька, давай-ка. Доча, я тебя не просила падать. Я сказала, ты можешь использовать мою палочку волшебную, которая может тебя в любое место отправить. Телепорт называется это. Ну, извини. Я думала, ты говоришь, типа, давай я тебя ловлю. Нет, доченька. Все, ладно, я сижу на троне и занимайся своими делами. Так, спускаемся на первый этаж. Это очень тайный разговор. Так, ну слушайте, смотрите. Ой. Вот, все.
Моя кошка Муся в последнее время себя очень странно ведет. Давайте поглажу. Ой. Ну, вы поняли. Она все странно ведет. Я ей даю мышку играть, она ее... И она вечно забирается под эту штуку. Ну, а если она не забирается, то она начинает бушевать. Ух, не бушевает сегодня, ох. Счастье нам. Ну вот смотрите, она вот так вот забирается, прячется и не знаю, что-то вечно делает. Мусь, иди ко мне, моя девочка. Муся, тихо, Муся, 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 Муся. Мяу, мяу. Мяу. Слава богу, Вася ее может успокоить. И вот смотрите, какой бардак она устраивает, да? Но это вообще кошка или это непонятная какая-то мутациативная смесь кошки с непонятным чем? Ну, вот так вот у нас проходит, так вот мы переехали. И вот так вот мы живем. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!